Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед вами iPhone XS, и сейчас я вам покажу, как на этом устройстве выполнить полный сброс настроек, абсолютно полный, но при этом не задевая файлы, личные и данные. Для этого вам нужно перейти в приложение «Настройки», затем спуститься немножечко вниз и выбрать пункт «Основные». Затем спускаетесь в самый низ, выбираете пункт «Сброс» и нажимаете «Сбросить все настройки». Здесь вписываете свой пин-код, возможно, у вас попросят пароль от вашего Apple ID. У меня не попросил, потому что я не вошел в Apple ID. И осталось только подождать, пока настройки с этого телефона сбросятся. Ну вот и все. Абсолютно все настройки телефона были сброшены, в том числе настройки камеры, настройки еще чего-то там, что можно было настроить, и вы это настроили, и что-то у вас не получилось. И пришлось сбрасывать для того, чтобы восстановить нормальные, оригинальные, стандартные настройки. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч. We'll be right back.